Приветик! Сегодня на канале GameToons мы будем смотреть анимацию про Poppy Playtime 3. И серия называется «Кацанап устроился на первую работу». Но перед просмотром обязательно поставьте лайк этому видео, а также подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну, давайте смотреть анимацию. Не могу в это поверить! Сегодня мой первый день на новой работе! Не терпится узнать, что это за работа! Возможно! Офицер полиции! Буду служить и защищать! И выписывать штрафы лихачам! Ой, да Катна просто мечтает арестовать гендиректора. Забавно. А может быть, стану пожарным! Я могу быть сильным и спасать жизни! И тушить пожары! Но я также могу быть космонавтом! Первая улыбчивая тварь в космосе! И я попаду в учебники истории! О, хватит фантазировать! Сегодня тот день, когда я это узнаю! Сегодня тот день, когда я стану новым сотрудником! Макдональдса? Да это потрясно! Чёрту день свадьбы и день появления сына! Да вот это лучший день в моей жизни! А Катнап не только не расстроился, что это всего лишь навсего Макдональдс, да он просто безумно рад этому. Ну, поздравляем его! Картошечка фри, молочные коктейли, игрушки! Самые смелые мои фантазии воплощаются в жизнь! Ну и конечно, как же я мог забыть про лучшие? Куриные наггетсы! Ну, так и чего же я жду? Вкусненькая жрачка сама себя не приготовит. Как же восхитительно пахнут! Соль, перец, жир! Извините, молодой человек! Ой, смотрите, а там Кикен Чикен просто обжирается этими куриными наггетсами. И даже Буба в шоке от Кикен Чикена. Как-то немножко странно на это смотреть. Вы, случайно, не наш новый стажер? Да, сэр, это я! Ой, да это ведь гендиректор! И, скорее всего, он опять что-нибудь задумал. Меня зовут Катнап! Отлично! А меня зовут, Чарльз и О. Чарльстон! Чарльз и О. Чарльстон, да? Красивое имя, сэр! Я готов делать все, что потребуется! Значит, выполняешь приказы без вопросов? Это я и хотел услышать, особенно в сфере питания! Вот, примерь-ка вот это! Вау, моя собственная униформа! Да это как сбывшаяся мечта! И что же мне делать? Ну, прежде всего, тебе надо научиться готовить! Это морозилка! Здесь мы храним высококачественные ингредиенты! В общем, почему бы тебе не пойти и не найти пару бургеров для жарки? И вот тебе дружеский совет как новичку! Наши лучшие продукты лежат вдалеке! Спасибо, босс, я понял! Развлекайся! Совсем скоро ты станешь гигантской ледышкой, и все мои проблемы исчезнут навсегда. Здесь и правда холодно. Лучше побыстрее найти. Ой-ой, надо убираться отсюда, пока я не отморозил пальцы. Думаю, это там. Отлично, пора покинуть это место и согреться со вкусным поджаренным бургером. О нет, он случайно запер меня внутри. Мистер Чарльстон, вы меня слышите? Я не могу здесь больше оставаться! Думай, Катнап, думай! Оу, я что, случайно запер тебя внутри? Какой же я глупый! Надо быть аккуратнее! Но теперь у нас есть бургеры, и пора научиться их жарить! Да-да-да-да, сэр! Итак, самое важное в переворачивании бургеров. Кроме переворачивания, надо убедиться, что гриль достаточно раскаленный. Такой горячий, как только возможно. Экстремально горячий. Но тут гендиректор что-то явно загоняет. Да нафига экстремально горячие температуры? Но это кажется неправильным. Прости, ты что, тут начальник? Или я случайно нанял эксперта по бургерам? Может, ты сам Рональд Макдональд? Нет, сэр. Тогда потрогай гриль. О нет! Даже не представляю, как такое вышло! Кажется, прогрелся!
Сойдет. Пока что. Наверное. Чтобы здесь работать, у тебя должно быть много талантов. Готовка, уборка и, конечно, прием заказов. Кто-то к нам приехал. Мой первый клиент. Я так взволнован. Дайте-ка один большой фри, парочку гамбургеров. Только с кетчупом. Вообще-то побольше кетчупа. 20 штук макнаггетсов. Большую колу. Также... В общем, дайте мне пару кусочков яблока, а то я веду здоровый образ жизни. Ой, я вот здесь вот сделаю небольшую паузу. И несмотря на вот это вот какое-то огромное лезвие, хочу рассказать вам кое-что другое. Здесь надо высказать большой респект Гимдунсу за то, что они высмеивают американский народ. Потому что там и правда есть такие люди, которые приходят и заказывают всякую всячину, типа там бургеры, кучу наггетсов. А потом такие говорят, типа, дайте диетическую колу, а то я слежу за здоровьем. Но это ведь смешно и тупо. Ты ведь уже набрал кучу нездоровой пищи. Так что диетической колы тебе вообще ни горячо, ни жарко. Ну ладно, давайте продолжим смотреть. А могу я получить побольше кетчупа? А то мне нравится смачно макать. Конечно! Настало время перерыва. И сколько он длится? Одну минуту. Время пошло. У нас ведь бесплатная еда, а то из-за запахов я проголодался. Конечно, вообще-то, я уже приготовил тебе обед. Это мой собственный особый рецепт. Вау, секретное меню. Я так взволнован. Да, да. Вау, Катна, этот бургер такой необычный. Ты не против, если я попробую? Конечно. Нет. Вкусняшка. Да блин, тогда я опять порвала пополам. И что-то мне подсказывает, что Гимтунс будет все чаще и чаще показывать нам вот это. Бедный Тукдей. Вау, похоже, этот бургер просто бомба. Эй, новичок, перерыв окончен. Иди, поработаешь на гассе. Конечно, босс. И запомни, что бы ни случилось, не позволяй никому красть из кассы. Ясно? А иначе ты уволен. Можете на меня рассчитывать. Привет, джентльмены. Пришли перекусить перед возвращением на фабрику? Чем могу помочь? Гони все деньги! О, боюсь, я не могу этого сделать. И почему же? Это кража, и меня уволят. А что хуже? Тебя уволят или пристрелят? Хороший вопрос. Дайте-ка подумать. Эй, не делай мне больно, пожалуйста! Да я не собирался стрелять, это все идея гендиректора. Что? Гендиректор, это он управляет этим местом. Нет, это Чарльз, его Чарльста. Погодите-ка. C-E-O. Да, и вот эта вот аббревиатура расшифровывается на русский как гендиректор. Ну, если что. Не верится, что меня обманули. Не был таким дураком. Это были не просто несчастные случаи. Это были ловушки. Он знал, что я не устаю перед работой мечты. Надо остановить его сейчас же. Выходи, гендиректор! Концерт окончен! Знаю, за всем этим стоишь ты! Катунап, ты что, сомневаешься в своем замечательном боссе? Да я знаю, что ты гендиректор! И тебе не сойдет этот срок! Ты дурак! Ты работал на меня весь день! Ты и понятия не имел, что я тебя обманывал! Что ж, к сожалению, твоя смена почти закончилась! Так же, как и твоя жизнь! Нет, я не хочу стать рубленой говядиной. Прости, Катнап, похоже, ты станешь новой строчкой меню. Я точно знаю, куда тебя посадить. Ха, да я открою через окно, так же, как и ты. Погоди. Я не могу дотянуться. Канап! Тут написано «Работник месяца». Ну, вот такая анимация. И как по мне, она была смешной и интересной. А как вам эта серия? Напишите в комментариях.